Новый год – время волшебства и сюрпризов. Но если за первое отвечает Дед Мороз, то за второе возьмемся мы. В этом году телеканал «Телеком» для вас, наши любимые зрители, подготовил массу интересного. Поверьте, скучать мы вам не дадим. 31 декабря на нашем канале вы увидите новогодний выпуск программы «Вкусно». В этот раз к нам в гости пришел астролог, поэтому вы не только узнаете рецепт невероятно вкусного десерта, от которого ваши гости точно сойдут с ума, но и сможете заглянуть в будущее и узнать, что же вас ждет в год черного водяного тигра. Но это еще не все. Вас ждет еще один сюрприз – возвращение всеми любимой и неповторимой ведущей Елены Краснопеевой. Основную ставку мы сделали именно на астропрогноз. Именно на прогноз по знакам зодиака, потому что каждому наверняка интересно знать, что же его ждет в этом году. Даже те, кто не верят, но тем не менее, я думаю, что все согласятся, что хоть раз, да, все равно делают погромче, там, услышав свой знак зодиака, и все-таки любопытно. Это, во-первых, в первую очередь, это любопытство. И мы тоже решили пойти по этому пути и пригласили астролога, достаточно известная в нашем городе, и она дала прям реальный совет для каждого знака зодиака. И что самое интересное, я думала, что звезды не умеют настолько далеко и глубоко видеть. Все секреты шоу «Вкусно» пока раскрывать не будем. Все увидите сами. Кстати, наши журналисты и сотрудники тоже не сидели сложа руки и подготовили для вас очень интересный подарок. В новогодние каникулы в эфире нашего канала вы увидите музыкальные видеоролики. Любимые всеми песни из советских фильмов в нашем исполнении подарят вам хорошее настроение и повеселят вас от души. Новый год – именно тот праздник, когда хотелось подарить нашим зрителям какого-то такого новогоднего тепла, уюта. И я думаю, что у нас получилось решить две задачи. Показать творчество наших ребят, наших коллег, журналистов, ведущих. И, конечно же, подарить нашим зрителям вот то новогоднее настроение. Не переживайте, без новостей мы вас тоже не оставим. 31 декабря в 19:00 смотрите новогодний выпуск информационной международной программы «Восточный альянс». Наши коллеги из Иркутской области, Забайкальского края, Калмыкии, Китая и Монголии расскажут вам обо всех интересных событиях, которые произошли в их регионах, а также в прямом эфире поздравят вас с праздником. Как известно, 31 декабря принято вспоминать, чем запомнился уходящий. Год быка был насыщенным на различные события. Да, были и хорошие, и плохие моменты. Мы вам поможем вспомнить все. Сколько отремонтировали дорог, как боролись с коронавирусом и паводками, какие знаменательные события были в культурной и спортивной жизни нашей республики. Все это и не только вы узнаете 31 декабря в сюжетах «Итоги года». Мы подготовили для вас насыщенную и разнообразную программу, и, наверное, каждый найдет что-то для себя интересное. Я думаю, что вам понравится наша работа, и все выходные и праздничные дни вы проведете вместе с нами. Ждите в эфире поздравления первых лиц республики, города и трудовых коллективов Бурятии, а также праздничные концерты звезд бурятской и монгольской эстрады. Так что запасайтесь попкорном, оливье и наслаждайтесь нашей праздничной программой. С Новым годом вас, дорогие наши и любимые телезрители! Екатерина Листратова, Максим Махалов, новости дня!